была бы дарование, потому что самое полценное ваше, конечно. Да, и будет ли проходить садовочные туры в этом году среди юных южан, которые потом пополнят уже ряды симфонического юношеского оркестра? Ну, во-первых, можно сказать, что по временной дистанции, после того, что я губернатору сказал, Анатолию Дмитриевичу, буквально через месяц это уже произошло, это вообще невероятная скорость решения, и уже он больше года действует, и мы, собственно, увидим, какие достижения молодых коллег мы, чего они уже достигли, мы увидим в марте. Как раз будет прослушивание в юношеский оркестр, и вот они и будут поступать. Так что, когда дело не расходится со снова, это замечательно. Так что ура. Мы посмотрим в марте. У ребят была возможность учиться, они посещали мастер-классы, когда вы приезжали, будете продолжаться работать в этом направлении. Кто с чем делитесь врагами? Я не знаю точно сейчас, кто именно приедет, но они в этом участвуют, педагоги участвуют, уже такие опыты, даже если это не обязательно 10-летние, но это те, кто постоянно... Основная деятельность как раз педагогика, поэтому кто-то будет из рубежа, кто-то из московских институтов, как обычно. А насколько вообще отзываются ваши коллеги приехать куда-то в регионы, чтобы позаниматься с молодежью? Такое, они с удовольствием это делают, так же, как мы с удовольствием даем концерт по стране, потому что это особый мир, у нас особая страна, и кроме музыки есть еще... Нечто, что трудно, конечно, сейчас формулировать, но есть понимание какого-то миссионерства, что, в общем, публика моя, а я их. И вот это все работает в нашей огромной стране лучше, чем где-то. Несколько лет назад Карнеги Холли в Нью-Йорке, молодая симпатичная пара по центральному проходу, подошли к сцене, вручили мне гвоздики. Потом в артистическое дома море цветов, но это в артистическое, не принято на публику, ну, проявлять какие-то такие жесты. И они потом ко мне зашли, эти молодые ребята, муж и жена, они 3 года как уехали. Вот там. Сказали, вот для нас это соломка, это связь с родиной. Но они были единственными. Так что, а у нас можно встретить девочку где-то в Магадане с мамой вышли на сцену, и она мне вручила, подарила свое вышивание. Она в конце года уже ходит в кружок вышивания. И вот таких вещей очень много. Бывает даже бабушка была в Екатеринбургской области, подарила мне банку огурцов, которые она посолила. Но вообще у нас такие прелести. Поэтому как-то совпадает ответственность перед такой публикой. Потому что можно загубить возможно будущего Моцарта, Шостаковича или Чайковского. Потому что если мы, исполнители, будем спустя рукава, на сцене, это катастрофа. Поэтому здесь ответственность перед миллионами людей огромная. И перед самим, конечно, композитором, и перед нашей профессией. Но над этим всем есть еще понятие нашего. Вот так. Спасибо большое. Спасибо большое.